С одной стороны, правительственные бомбардировки жилых кварталов, с другой – наступление безжалостных исламистских группировок. В таком положении находятся многие мирные жители Сирии. При этом в конфликте все чаще задействованы и другие страны. Об этом говорится в свежем отчете ООН. Гражданские лица невообразимо страдают, и мир тому свидетель. Судя по нынешней ситуации, без усиленных стараний привести стороны за стол переговоров, без готовности идти на компромисс, сирийский конфликт, убийства и разрушения будут продолжаться. Отчет основан на 355 интервью со свидетелями и пострадавшими. Конкретные убийства, изнасилования, похищения с января по июль этого года. И их совершают все стороны конфликта. Боевики Исламского государства, которые контролируют большие территории северных и восточных провинций Сирии, расширяют свое влияние на юг и центр. Их оплот – город Эр-Ракка. При этом они активизировали нападения в провинциях Хомс и Эль-Хасака. ИГИЛ часто атакует курдские общины. Так, в июне в Кабане боевики убили около 250 мирных граждан. В особой опасности оказались езиды. Согласно отчету, тысячи женщин этого религиозного меньшинства исламисты забрали в сексуальное рабство. Что касается еще одной стороны конфликта, сирийской армии, ее в борьбе с повстанцами поддерживают боевики ливанской группировки «Хезболла». Дамаск также получает финансовую и военную поддержку от Ирана. Войска президента Башара аль-Асада продолжают бомбить жилые районы городов Алеппо, Дер-эз-Зор, Идлиб, Дара и подконтрольные повстанцам окраины Дамаска. Гибнут мирные жители. А вот третьей стороне конфликта, повстанцам, помогают Турция, Катар и Саудовская Аравия. В этом их обвиняют сирийские власти. Члены комиссии по расследованию преступлений в Сирии при ООН призывают мировое сообщество решать сирийскую проблему комплексно. Пришло время для эффективных, своевременных, доступных действий. Мы думали об этом много раз, и на уровне Совета Безопасности это была некоторая реакция по некоторым направлениям, но не всеобъемлющий полный ответ в отношении дилемм, с которыми в целом сталкиваются люди. Война в Сирии – одна из главных причин разразившегося в странах ЕС миграционного кризиса. ООН призывает Европу поощрять своих граждан проявлять больше сочувствия к бедственному положению сирийских беженцев.